Samsung J106F Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на нем, нужно зажать плюс, дом и питание. Ну, как на большинстве Samsung. А если хотите в режим прошивки, сейчас я вам его тоже покажу, то минус дом и питание. Вот, например, минус дом и питание зажимаем. У нас загорится меню через пару-тройку секунд. Вот такое синее. И еще раз нужно нажать вверх. Оп, попали в режим прошивки. Вот так вот все это дело выглядит. Мы батарейку выдернем, воткнем, потому что нам режим прошивки не нужен. И сделаем hard reset. Зажмем на нем плюс, дом и питание. Три клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорелся, питание бросили, а плюс и дом продолжаем держать. J1 Mini Prime. Так вот модель называется. Загорелся зеленый робот, дали ему чуть полежать. Он может включить recovery сам. Если не дает, то это срабатывает система от случайного зажатия клавиш. Ну, нужно нажать питание, питание сработает вверх, верх не сработает, питание зажать, коротко нажать вверх. Иногда нужно использовать нижний клавиш. Значит, попали в само recovery. Обращаем внимание, что Android у нас 6.0.1. На Android 5.1 и выше перед любыми сбросами, перед любыми прошивками необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Если это не сделает, сработает ФРП-блокировка Google. На канале есть плейлист ФРП Google, возможно, там найдете для себя решение, но лучше как бы с этим не связываться. Опасная процедура. Ну и, соответственно, до всех сбросов, до всех прошивок необходимо выходить из учетной записи и Google, и Samsung брендовой. В самом рекавере, чтобы сделать сброс, например, удалить графический ключ, выбираем строчку Wipe Data Factory Reset и нажимаем питание. Питание срабатывает вверх, верх не срабатывает, пробуем нижние клавиши. Здесь есть да-нет, я сейчас выберу строчку нет, потому что нет необходимости сбрасывать, вы выбираете строчку да. Он начинает у вас делать сброс 5-10 минут. Он там, ну, бывает быстренько все за пару секунд. Вот здесь внизу побегут строчки. Последняя строчка будет «Data Web Complete». Это будет означать успешное окончание сброса. А после этого он вас перекинет в предыдущий меню, с которого вы начали. Ну, нужно выбрать либо первую строчку «Reboot System Now», либо последнюю «Power Off». «Reboot System Now» заставит его перезагрузиться, а «Power Off» выключится. В любом случае, после следующего включения либо перезагрузки он будет включен чистый, как будто его только купили. Ну и важно знать, что это убирает лишь мелкие косяки, типа забытого графического ключа, каких-то мелких ошибок или чего-то более серьезного, нужна прошивка. Я ему выбираю Power Off, потому что я ничего не делал, вы выбираете Reboot System Now. Дольше обычного 5-10 минут он будет включаться, включится чистый. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.